Глава региона презентовал стенд Свердловской области председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, премьер-министру Республики Беларусь Роману Головченко, председателю Кабинета министров Киргизии, руководителю администрации президента Киргизии Акылбеку Жапарову и премьер-министру Таджикистана Кахиру Расулзада. Гостей познакомили с перспективными проектами Среднего Урала, с первой в современной России межмуниципальной трамвайной линии Екатеринбург-Верхняя Пышма, разработками инжинирингового центра цифровых технологий машиностроения Уральского федерального университета и другими. В ходе рабочей встречи Евгений Куйвышев доложил Михаилу Мишустину о вкладе Свердловской области в укрепление технологического суверенитета России. На полях Иннопрома 2024 Евгений Куйвышев закрепил условия сотрудничества Евраза и территории присутствия компании. С группой Синара подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере создания, производства высокоскоростного пассажирского железнодорожного транспорта, а также о развитии городского электротранспорта в муниципальных образованиях Среднего Урала. Трехсторонним соглашением закреплены договоренности о дальнейшей совместной реализации комплексной программы социально-экономического развития Верхней Салды с участием корпорации «Ависма». Два соглашения, подписанные с группой «Мависта», направлены на реализацию проектов по развитию трамвайного движения и обновлению подвижного состава в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Кроме того, ряд соглашений подписаны с участием Уральской торгово-промышленной палаты, регионального отделения Клуба молодых промышленников Уральского федерального университета, Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области, корпорации развития Среднего Урала. На стенде региона вручили премии имени Черепановых. Также состоялось награждение победителей региональных конкурсов «Лучшие товары Свердловской области», региональные этапы конкурса национальной премии «Золотой Меркурий», «Лучший налогоплательщик» и 4-го областного конкурса имени Столыпина «Женщины-лидеры Свердловской области». Традиционно на выставке Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области совместно с Минпромторгом России провели межрегиональный экспортный форум с участием торговых представителей Российской Федерации в иностранных государствах. В этом году участие в мероприятии приняли 55 торговых представительств, состоялось 300 встреч. Организована презентация экосистемы «Космос», а также презентация проектов компаний-участников экосистемы. Общая площадь выставки составила 50 тысяч квадратных метров. В 4 павильонах Иннопрома свою инновационную продукцию представили 900 компаний и организаций из России и других стран мира. В выставке принимали участие компании из различных отраслей промышленности, включая машиностроение, энергетику и металлургию, промышленную автоматику, фармацевтические и медицинские комплексы и другие. Коллективные экспозиции представили 25 регионов России. Национальные коллективные экспозиции представили 6 стран. Страны-партнеры, Объединенные Арабские Эмираты, а также Беларусь, Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. С индивидуальными стендами участвовали в выставке около 300 компаний из Корейской Народной Республики, а также компании Белоруссии, Венгрии, Египта, Казахстана, Турции и Узбекистана. По данным организаторов, на выставке «Иннопром-2024» побывали 47 тысяч человек. Организаторами мероприятия выступило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, правительство Свердловской области.